Всем привет, с вами Микснавити, сегодня мы играем в Rust, сегодня со мной Серый. Всем привет. Сегодня мы хотим вам показать небольшой баг для модифицированных серверов. Баг состоит в том, что мы окажемся вот в этой стенке. Эта стенка крафтится из 1500 камней, и я сейчас окажусь в ней. Серый, вставай на место. Человек, то есть друг, должен стоять спиной или боком к этой стенке. Я ему пишу ТП. О, кто-то уже стреляет. Я ему пишу ТП. Он принимает. Можно бегать, все что хочешь делать, все равно ты там окажешься. Сейчас ТП пройдет. Ну, главное только мне не двигаться и стоять на да. плотности. Сейчас. Вот загрузочка прошла. Вот, я оказался именно в этой стенке. Она простреливается. Так, давай. И оно на вас не простреливает. Так, принимаем ТП. Также друг может ко мне телепортироваться. Работает только для модифицированных серверов. Суть в том, что я его не вижу. Тут у него только арбалет торчит, но он может немножко поглубже уйти в стену. Допустим, если видно. У него спина защищена, он немножко может торчать из одной стены, но из другой его точно не видно будет. Вот и он тут тоже. Суть в том, что эта стена проснута. Здесь все простреливается, что в одну, что в другую сторону. Но... Даже эти камни не имеют текстуры, бана вам не будет. Вот даже прострели меня. Если вы выйдете из стенки, уже войти в нее нельзя будет. Вот его заметно, он мне выстрелил в голову. И я его не вижу, я даже его прострелить не могу. Вот сейчас даже попробую. То есть если я вот так выйду, то меня видно? Да, его сейчас видно. А если он чуть дальше отойдет, все. Я тупо стреляю в стенку. Ты это, мою стрелу отой. Ну вот такой небольшой, но полезный баг. Пользуйтесь, его скоро пофиксят, я так думаю. На стандартных серверах вы не сможете пользоваться этим багом, так как там нету ТП. Ну что ж, а с вами был Xnavity и Серый. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока.